Всем привет! Моему мужу так нравится это овсяно-морковное печенье, что мне приходится готовить его не на одну порцию, а сразу на три. Ну а так как он предлагает свою помощь, чтобы натереть морковку, я вообще не против готовить его каждый день. Итак, для него нам понадобятся тертые орехи или молотые орехи, овсяные хлопья, морковка, сливочное масло, цельнозерновая мука, яйца, разрыхлитель, соль, финики и приправы по вкусу. У меня корица и имбирь. Итак, сам процесс замешивания теста очень-очень простой. Просто сваливаете все в одну миску и перемешиваете до однородности. Лучше всего перемешивать тесто руками. Вот такое тесто получается. Катать печеньки мы будем влажными руками. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 170 градусов. Все, наши печеньки готовы. Сейчас я покажу, какие они внутри. Запах корицы стоит невероятный. Вот такие печеньки у нас получились. Главное, что они без сахара. И поэтому вы не наберете лишних килограммов. Поэтому можно побаловать себя вкусняшкой и на ночь. Как попробуете испечь этот рецепт, обязательно поделитесь в комментариях. Всем пока!